Друзья, всем привет! Хочу вам показать город Павлодар, Павлодарская область, озеро Коряковка. Посмотрите, что с ним делают. Если в том году оно еще свело и было красивое, в этом году, смотрите, кругом вот такие горы соли. Что же делает страна? Что же делают люди? Посмотрите, какая, я не знаю, как это вообще такое можно. Вот так идет шланга, вот такая идет шланга на 40. Да? Они ее, эту всю воду высасывают, потом дают подсохнуть и все это собирают в мешках соль. Делают большие ямы, потом закидывают это все в мешки и продают. Один мешок 2000 тенге. Вот посмотрите, куда смотрят такие. Вот это же было такое красивое озеро. Люди, что вы творите? Что вы творите? Вы такую природу погубили, которая не создана вами, ее создал Всевышний для вас, чтобы вы любовались. Посмотрите, они все отсюда выгребли. Это же, смотрите, КамАЗы, да, вот, даже вот следы, да, КамАЗы, силы.